Всем привет, я на канале Исакин Ревью, меня зовут Сергей. Сегодня я хочу рассказать о селфи-дроне JJRC H37, заказан с сайта AliExpress. Помимо применения в сфере профессиональной аэросъемки, дроны могут быть отличными недорогими игрушками. Компания JJRC выпустила мини-коптер со встроенной 0.3-мегапиксельной камерой в бюджетной категории с ценником ниже $50. Коробка H37 по размерам чуть больше упаковки смартфона. На лицевой стороне нанесено изображение дрона с обозначением модели, так что содержимое надежно защищено от повреждений. Внутри коробки сам квадрокоптер, аккумулятор на 500 мА, комплект запасных винтов, USB-зарядка, тканевый чехол и документация. Лучи коптера быстро убираются под корпус. При этом не нужно снимать винты. К запуску дрона нужно не более 50 секунд подготовки. С большого расстояния аппарат может даже спутать с защищенным смартфоном. Благодаря компактности ему не нужны специальные рюкзаки или сумки. Квадрик спокойно поместится в кармане джинсов. Чтобы на корпусе не появились царапины, достаточно засунуть его в вельветовый чехол из комплекта. Несмотря на очень низкую стоимость, квадрокоптер оборудован камерой. Она располагается в небольшом углублении спереди. Объектив окружен двумя симметричными сигнальными светодиодами. Точно такие же огни, только красного цвета, встроенные в заднюю часть. Подсветка очень яркая, так что маленький дрон не потеряется в ночном небе. В комплекте поставки не предусмотрен стандартный пульт управления. Квадрик работает в паре со смартфоном или планшетом. Перед синхронизацией нужно установить фирменное приложение JJRC App. Управлять аппаратом можно в двух режимах. Первый – с помощью виртуальных стиков на дисплее. Второй – наклонами самого девайса. Гиродатчик смартфона позволяет более плавно изменять угол наклона квадрокоптера. В приложении присутствуют виртуальные кнопки автоматического взлета-посадки, возвращения в начальную точку и экстренного отключения моторов. Также здесь есть переключатель FPV и Headless Mode. В экономном режиме удалось достичь около 9 минут автономной работы. На максимальных оборотах дрон полетает всего минут 6. Литий-полимерный аккумулятор на 500 мА съемный, так что рекомендую докупить сразу несколько запасных экземпляров. Небольшой итог. Звание селфи-дрона JJRC H37 не оправдывает, у него ужасно устаревшая камера. Нет необходимости автономных режимов полета и какой-либо стабилизации. С другой стороны, миниатюрный летающий гаджет за 2500 рублей – отличный подарок для ребенка или подростка. Он станет хорошей стартовой площадкой для начинающего пилота. Ссылки на проверенных продавцов я оставлю ниже в описании. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Подписывайтесь на канал, смотрите следующие видео. Всем пока!